Я недавно посмотрела статистику своего канала, и там была такая информация, что мой канал смотрит 15% мужчин и остальное женщины. А я еще смела говорить: привет, девчонки! Привет, ребят! Эти 3 или 4 дня последние я болела, я очень сильно болела. В общем, мерзко, гадко, противно, врагу не пожелаешь. Я до сих пор еще не оклемалась, у меня очень болят ноги, то есть у меня была температура достаточно высокая, у меня болят ноги, как будто бы я на каблуках ходила очень-очень много, вот сейчас у меня икры болят. Вот сейчас мы сходили в поликлинику с ребенком, это моя первая вылазка за последние 4 дня, и сейчас отправила маму Саре погулять, но чувствую себя так пусто, так одиноко в квартире, когда нет ребенка. Ужас. Вот так. Сегодня у нас пятница. В понедельник я очень надеюсь, что я уже начну выводить видео по расписанию. Единственное, что я не уверена на 100%, что у меня получится это с первого раза. То есть прям в первую неделю я все выдам. Я очень постараюсь войти в это. Тяжелое утро понедельника всем. Я очень поздно уснула, потому что Ари заснула очень поздно. Произошел у нас сбой со сном, и я не знаю, почему это произошло. Пока мы это не исправили, я засыпаю поздно. И обычно я просыпаюсь тоже поздно. Но сегодня мне пришлось проснуться в 6 или в 7. Я, честно говоря, не понимаю. В общем, на сон времени мне нет. Нет сна для меня. Но сегодня тяжелый день. И я должна быть. Так хочется, если честно, поспать. Всем привет! Сегодня первый раз, когда я просто-напросто не могу снять видео, потому что кое-кто мне не дает. Начинается хныканье именно в тот момент, когда мама открывает рот и начинает говорить что-то. Посмотрите, я уже здесь соорудила вот такую детскую площадку. Она тут просто все сделала, да, чтобы она ползала, лазала, все. Но ей не хочется никак. Никак Зевьев не хочется. Привет. Морковка, зайка. Мы в общественном туалете едим морковь. Ждем маму с работы в торговом центре, чтобы зайти в магазин и пойти домой. Очень классно, это очень здорово, хорошо, что зима закончилась. It's finally over. Я надеюсь, что вы видели прямую трансляцию со мной или хотя бы повтор. На самом деле она была в понедельник в 2 часа дня, то есть такое время и учеба, и работа, и все, и как бы непонятно, конечно, кто хотел, тот видел, но все равно повторы я обязательно оставлю ссылку внизу, чтобы вы смогли увидеть трансляцию вместе со мной. Мне задали много вопросов, целых 1,5 часа я на них отвечала. А пойдемте-ка мы вместе с вами сходим в
почтовый ящик вниз заглянем, потому что я жду кое-какие посылки для ногтей, наклейки и чехол на iPhone. Что вы сейчас делаете? Вот вы сейчас смотрите мои видео, что вы делаете еще? Я обычно кушаю, когда смотрю что-то видео, или пью чай, или ем шоколадку, или ем. Привет! Я ваш новый друг. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Теперь я буду записывать влоги вместо Даши. Это новый бассейн у Аришки. Правда, шаров тут должно быть раз в 5 больше. А потом, думаю, наверное, докупим шары. Ку-ку! 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 Магазин «Вкусвилл». Там можно купить офигительно вкусную еду, и она будет натуральная 100%. Хотя они согласны вернуть деньги даже без чека. И там мы очень часто покупаем вареники с чем угодно, они всегда вкусные. Знаете, почему я не снимала влоги последние несколько дней? У меня на лбу выскочил рог. О, ну почти не видно. Но у меня на лбу выскочил рог. И я просто не могу видеть себя в камере, поэтому я ничего не снимала. Ну, влог. Иду я к вам, слушайте мой барабан, дробь его звучит для вас. Просто класс! Привет. Как хорошо, когда такой свет. Любовник, да? Да, мы любим друг друга. Ми-ми-ми. У нас сегодня воскресенье. 6 марта. 6 марта. И по расписанию сегодня выходит влог. Поэтому этот кадр последний.